Ребят, всем привет. На охоту сегодня пошел. У нас снежок выпал. Заморозок. Вот, в лесу нахожусь. На зайца пошел. У меня две собачки. Вот, они там бегают, что-то ищут. Скорее всего, на след наткнулись. И ищут зайца. Ну, и такое вот ружье. 12-й ИЖ. Штучная сборка 89-го года, по-моему. Вот, в общем, ищут зайчика, бегают вон. Ну ладно, давайте посмотрим, поднимут, не поднимут. Ну, здесь поле небольшое, посадили кто-то. Ну, кто? Председатель наш. Там вот вышка видна. Сидит, караулит тут кого, либо кабанов, либо медведя. Видно, что ходит, выходит здесь. Вот и зайчик первый. Хороший вообще. Здоровый. Прошлогодний, походу. Но тяжелый. Вот там вон елка стоит. Под елкой стоял. Вон зайчик. Попрыгайчик. Хорошенький. Так, куда-то положить его. Пускай тут лежит. Ладно, выйдут, включу камеру по новой. Так. Кош. То, Герда, то. Ты то где? То. Блядь, хомуха. Как на ты зайца гонишь? То, на, так. Иди сюда. О, на, понюхай. О. Че ушла? Иди борзой. На, борзой. Борзому вообще по барабану все. Че они там даже не кушают? Ну, час гоняли где-то. Смотри. Ну ладно. Всем счастливо. В общем, ребят, стоял вот здесь. Так, заяц получается вон. Ну как вам объяснить? В общем, вообще вон там далеко. Я только увидел, как она мелькнула вот в этом месте мелькнула. Я взял на скидку уже. Сначала видел, как вышел заяц.
взял скидку, стрельнул и еще раз в лес. То есть после выстрела еще на метр полтора я уже на скидку стрелял в лес. Не знаю, и либо с первого выстрела взял, либо со второго, в общем, не знаю, но заяц в лесу валялся.